Rota? Que bom. Roda Pai Neto, vamos. And around here also there are the four artificial ponds, yes. And due to the concept of the Hinduism, the artificial ponds also they are represented or symbolized the four elements. As the water, you know, element. Mm-hmm. Yes, as the water. Let's go stand by the side and put it in this one. Ну как, какая, какие впечатления у тебя там? Кора первая. Очень много туристов. Очень много туристов. Можно спрятаться уже, мне понравилось. Никакой мистики. Нет, никакой же. Нет, там Будда была и монахи были. Никакой. Они же бак спросили. Даже за сортир $1. Сняли, да? А уж сортир был. Какой странный. Если у него нету, надо было набирать и все. Ну, да. Ты еще за $1 поработал, да? Окей, товарищи, мы начинаем подъем. Вот туда. Thank you.
Ну и ништяк, сейчас поднимемся, все обозрим. Все, товарищи, победили. Ура! Центральная газа, ну это, видишь, там тоже. Объясните, пожалуйста. Мы стоим здесь, поднимались по ступенькам. Ничего, нормально поднялись. Там вдалеке есть. Здесь есть обзор на весь комплекс. Хорошо все видно. Вдалеке есть воздушный шарик. Он наверх вниз только за сколько там? 20? 11? Поднимаемся вверх, вниз и все. Практически то же самое, что мы видим здесь. Может, чуть-чуть выше. А ты даже туда не хотел подниматься. Мы же поднялись. В конечном итоге мы поднялись. Боялся за свое здоровье. В конечном итоге очень легко поднялись. Тяжело подниматься по необработанной лестнице. Вчера. Вчера я чуть не